до недавнего времени в Лидском районе оставалось лишь несколько крупных деревень, куда еще не был проведен газопровод. Не было его и в сельце. Но в конце прошлого года вопрос решился. Первыми природным газом стали пользоваться жители двух 16-квартирных домов. Построенный газопровод заменил старую групповую емкостную установку сжиженного газа, от которой они были запитаны. Поскольку срок ее эксплуатации истекал, газовщики предложили сельчанам альтернативу – проведение газопровода высокого давления. Такую возможность дало продление сети от комплекса по выращиванию индейки в районе агрогородка Гончары. В 2017 году был разработан проект по газификации деревни Селец. И в 2018 году осуществлено строительство и перевод двух этих жилых домов многоквартирных на использование природного газа. Было построено 6 километров газопровода высокого давления, установлен шкафной распределительный пункт. И переведено два 16-квартирных жилых дома на использование природного газа. Проект и строительство газопровода в сельце финансировалось из инновационного фонда Министерства энергетики. Заказчиком выступило предприятие «Гродно-Облгаз». На объекте работали бригады «Лидогазстроя». Понадобилось полгода, чтобы ввести объект в эксплуатацию. А тут они делали, они нас не беспокоили, не трогали, мы все это как бы и не заметили даже. Для нас, в принципе, все осталось так же, как и было. Просто вот немножко в оплате мы еще пока не разобрались, как бы тут 3 месяца платим, еще пока непонятно, вот как оно дальше будет. Центральная ветка газопровода проложена. Теперь есть возможность в сельце развивать сеть газоснабжения и подключать остальные дома. Но это уже только по инициативе домовладельцев. Согласно указу президента, предусмотрено долевое участие граждан в финансировании подобных работ. Для такого населенного пункта это 30% от стоимости, в том числе и с использованием льготных кредитов. Порядка 40 жителей собралось. Высказали довольно-таки уверенное мнение о том, что они хотят проложить природный газ. Они создали свой кооператив, который в кратчайшие сроки был сформирован. Значит, все необходимые документы были сделаны. Также, ну, я думаю, что все сейчас ожидают, так как в декабре были подключены 2 этих дома многоквартирные, и сейчас все ожидают, какая будет прибыль, рентабельность по оплате за этот газ. Но все высказывают уверенность и желание и хотят, чтобы газ был проведен в каждый дом. В сельце порядка 160 дворов, правда, многие из них выкуплены под дачи. Ответвления от центральной ветки газопровода пойдут прежде всего к домам по улицам Молодежной, Октябрьской, Лесной, Луговой и Зеленой. Получается, должны охватить весь селец. Когда проекту по развитию сети газопровода будет зеленый свет, газовикам потребуется проложить еще порядка 5 километров газопровода.